Трудовой коллектив Алмалыкского горно-металлургического комбината, принимая во внимание поручение главы государства об ускорении работы в рамках реализации инвестиционного проекта освоения месторождения Йошлик-1, направленного на увеличение объемов добычи и переработки цветных и драгоценных металлов, рапортует о высоких планово-экономических показателях. Так, за первый месяц 2024 года прогнозное задание по производству товарной продукции выполнено на 127%. Задание по добыче руды рудоуправлением Кальмакыр выполнено на 102%. Темп роста составил 127,3%. Темп роста по переработке медного сырья – 105,5%. Выполнение данного прогнозного показателя стоит отдельно отметить коллектив медно-обогатительной фабрики номер 2, который выполнил данное задание на 113,5%. Задание по производству катодной меди, являющейся основной продукцией АГМК, выполнено на 100%. Также выполнены показатели по производству меди и цинка из собственного сырья. Трудовым коллективом рудоуправления Хандиза на 103,9% выполнено задание по добыче полиметаллической руды, на 101,3% по ее переработке, по содержанию цинка в цинковом концентрате на 105,8%. Кроме этого, работниками Ангренского и Чедахского рудоуправления, а также рудника Каульды, выполнено задание по добыче золотосодержащей руды, ее переработке и содержанию первого и второго металла в концентрате. Стоит отметить, что обеспечено выполнение прогнозных показателей по производству медного купороса, технического селена и теллура, перината аммония, палладиевого порошка, трехокиси молибдена. Также достигнуты значительные результаты по выполнению задания экспорта продукции. В частности, в январе 2024 года на экспорт реализована продукция на сумму 31 101 000 долларов США. Прогноз в этом направлении выполнен на 103,2%. При этом зарубежным потребителям экспортировано 24 054 тонны медной продукции, что составило 101,2%. 964 тонны цинковой продукции, то есть 101,7%. 381 тонна медного купороса, то есть 128,3%. 72 тонны молибденовой продукции. Прогноз выполнен на 120%.